И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте в этом ролике разберемся, значит, как переходить из сцены в сцену. Так, пока у нас здесь вот одна сцена, вот эта вот Deadwood, да? Давайте все это дело поднастроим, все добавим и потом погуляем именно между сценами. Так, по вопросу, вот этот вот зеленый, часть земли, вот эта штука, да? Это у нас навмеш. Для чего он нужен? Для того, чтобы у нас враги по нему ходили. Так, теперь есть вот такой вот портал. Есть, значит, у нас вот этот персонаж. И что делаем? Давайте сделаем английское А, выделим все и все это дело скопируем. Сделаем Ctrl-C, английское. Теперь создадим новую сцену. New. Зайдем сюда и Ctrl-V вставим все, что у нас есть в эту сцену. Со всеми настройками, там пистолеты, допустим, аптечки, все, что у вас будет настроено на персонажа. Допустим, даже, возможно, это враги, бандиты, тоже все кидаем сюда. Немножко ждем, конечно. Итак, все перенеслось сюда, но... Допустим, мы хотим, чтобы в этой сцене не было города, да? Давайте его delete со всеми его вот этими дверьми, там, со всеми причиндалами. Там тоже, где двери у нас тоже, они нам не понадобятся. Так, что-то удалилось, не вопрос. Что-то тоже удалим. Так, теперь, значит, эти дома можно поудалять. Так, ну, по бэрикам, чтобы вас как бы не затягивать ролик тоже, да? Так, двери тоже долой, все долой, эти фонари долой. Доски тоже можно удалить, но пусть мельницы остаются. И вот эту вот аптеку тоже долой, да? Так, свет потом, если что, настроим. Так, ну и вот эту башню тоже. Все полегче будет. Значит, оставляем только вот портал. Вот эта дверь нам тут тоже не понадобится. Допустим, что-то еще оставляем. И удаляем вот эту основу нашей, допустим, земли. Закидываем сюда импорт FBX. Так, где он тут будет? Так, находим, где будет сейчас новый у нас ландшафт. Это значит все для вестерна. И заходим, где она тут, вот в локации, да? В локации находим каньон. И находим сам каньон, вот этот. Опять немножко, конечно, ждем. У кого... Значит, посильнее аппарат тут будет ждать меньше. Так, и S, вот этот каньон, значит, давайте сделаем побольше вот так. Так, пока вот это H небо можно убрать. G подставляем каньон куда-нибудь к нашему персонажу. Но тут вот другой вопрос, что нужно будет сделать новый навмеш, да? Немножко тут для врагов нужно будет поэкспериментировать. Так, ну пока вот такая штукенция. Ставим, значит, на наш каньон какую штуку. Ставим физики статика. И актор вот этот поставим. Так, Alt-H. Возвращаем небо. Даже можно каньон как бы сделать и побольше. Так, 0 на нампаде. Камера у нас есть. Вроде бы все... Нормально. Давайте все это дело сохраним, чтобы если вылетит, уже потом не переделывать. Файл сейв. Так, пробуем P английское. Что он тут? Ну вот видите, что я тут смогу гулять, да? Вот. Только у меня теперь тут каньон. Все у меня тут настроено. Опять же, бег, ходьба. Также я смогу брать винтовку, какие-то предметы. Там вот раз, все. Так,
А, сорвалась настройка, я там кое-что поудалил, но не суть вопроса, да? Представим, что у нас тут все как бы берется. Все есть. Так, Escape. И теперь нужно нам с этой сцены, с каньона, да? Давайте вот чуть-чуть еще можно G как бы его приподнять, наверное. Так, где наш там персонаж? Чтобы он сильно, опять же, не завалился. Тогда, раз врагов нету, я навмеш тоже удалю. Пусть вот так все побудет, да. Так, что тут еще есть? Вот это кто такой? Так, это тоже можно, наверное, удалить. А ну-ка, проверяем, тестим. 0 на нампаде. А ну-ка, пи английская. Ну и, в принципе, и по этой локации у нас персонаж ходит, да. Нужно, конечно, тоже будет все настраивать. Вот сейчас нужно будет опустить все наши причиндалы. Видите, кверху поднялись. Так, смотрим, где они находятся. Видите, что тут высоковато будет дело. Так, статика. Ставим на портал статику. Вот это все, наверное, выберем. И опустим пониже, чтобы наш персонаж смог зайти, значит, в этот портал. Так, настраиваем портал. Что нам нужно? Нам нужно, чтобы вот этот портал, значит, перебросил нашего персонажа вот с этой штукой, значит, хитбоксом и со всеми причиндалами в другую сцену. Выбираем наш портал и, значит, ставим что? Можно поставить на персонажа. Вот давайте выберем персонаж. Тут, правда, уже много чего. Ну, мотаем, мотаем вниз вот эту штуку. И добавляем первое. Это, значит, будет коллизия. Давайте добавим коллизию. А здесь добавим, значит, сцену. State Zone сцена. И что делаем? Назначаем на наш портал property. И пишем, допустим, будет портал, да? Портал. Так, float, потом, значит, посмотрим, как тут работает все это дело. И настроим дальше. Так, есть портал, есть хитбокс. На хитбокс у нас, значит, стоит. Что у нас тут? У нас стоит коллизия. Коллизия с порталом должна быть. Enter. Так, и что должна коллизия сделать? Значит, при коллизии мы должны перейти в другую сцену. Set сцен. И соединяем вот это все дело вместе. То бишь, соединяем коллизию и сцену. И в сцену нужно поставить сцена, допустим, вот это у нас первая сцена, а нам нужно попасть просто в сцену, да? Можно их, конечно, переименовать, но это все делается в самом начале, чтобы потом, когда вы будете прописывать, вот сюда вставлять все названия, у вас потом это все дело не сбилось, и вам не пришлось искать, где вам нужно заменить название сцены, допустим, если такая участвовала в этих связках, да? Так, ну как бы все. Но еще не все. При коллизии-то наш персонаж пройдет в другую сцену, но к нему прикреплена камера. На камеру нам нужно поставить то же самое. Ставим, значит, так. Что нам нужно поставить? Нам нужно поставить теперь. Ну, можно поставить коллизию тоже. Коллизия, допустим, теперь с порталом, да? И мы должны телепортироваться, допустим, куда? В другую сцену. Правильно, в сцену set scene. Так, и здесь ставим сцена первая, да? И все это дело опять же соединяем. Так, теперь у нас есть 10, 100 вот это жизни, патроны. То же самое делаем сюда. Значит, добавляем опять же коллизию.
И добавляем сцену, да? Добавляем сцену. Все это дело соединяем. И тут тоже пишем портал. Так. И здесь ставим set сцена и ставим, конечно, сцена первая. Потому что мы идем, повторюсь, туда. Так, на жизни тоже ставим коллизия и тоже добавляем сцена. Так, на сцену ставим set сцен. И добавляем сцена первая. Здесь ставим портал. Enter. Ну и вот такая штука у нас должна просто простая связка, да, по перемещению получиться. Так, теперь что? В предыдущем ролике, значит, у нас камеру вело, тянуло, растягивало здание. Почему? Потому что не была настроена камера по перемещению между порталами. И вот эти вот тоже 100 и 10, значит, жизни и патроны. Там нужно просто то же самое настроить и на камеру, на все вот это штукатень, и будет работать портал. Так, если кто-то доглядел до этого момента, погнали дальше. Теперь, значит, переключаемся на сцену, просто сцена. Так, находим этот портал и настраиваем тут точно так же, но иначе. Настраиваем, значит, hitbox, открываем логически вот эти штуки, сразу сохранюсь, save. И здесь добавляем, значит, коллизию, добавляем, значит, сцену, здесь. Значит, у нас создан портал. Создаем портал 1. Портал 1. И теперь, значит, на хитбокс ставим здесь портал 1. Портал 1. И сцена тоже, значит, set сцен, значит, все это дело. Теперь попадаем в сцену 001. Так. Значит, выбираем теперь портал и добавляем ему коллизия. Коллизия. Так. Даже нет, портал мы не трогаем. Мы добавляем теперь, значит, камеру. На камеру ставим коллизия портал 1. И тоже добавляем, значит, сюда сцену. На сцену set сцен и ставим сцена 01. Все это дело соединяем. Так, то же самое делаем, значит, коллизия. Портал 1. И, значит, добавляем опять же сцену. Ну, вот такая вот простая, значит, штукенция подключения. И сцена, конечно, следующая, да? Так, потом соточка. Так, соточка, что у нас делает? То же самое. И то же самое у нас сцена. Все дело подключаем, делаем set сцен и опять же опана. Следующая сцена. Так, 0 на нампаде. Сохраняем. Так, теперь, значит, пи. И пойдем, а ну-ка, здесь мы винтовку можем брать, а там я чуть-чуть это дело не то удалил, да? И через Shift мы хоп, и уже мы во втором туре. Видите, каньон. Так, здесь винтовку я пока взять не могу, но это дело
поправимо, да, все, я тут могу бегать, я тут могу выполнять какие-то миссии, каньон можно сделать еще побольше, чтобы горы прям были ого-го, и тогда он может тут где-то подниматься, вот я могу забегать на какую-то гору, осматриваться, смотреть, приседать, где-то стрелять и так далее. Другой вопрос, как сюда, значит, телепортироваться именно одним персонажем, а появиться, значит, на лошади. Вот тут вопрос, значит, в чем? Или он должен иметь анимацию, где он садится на лошадь, и здесь другие, значит, должны быть подключения. Ну, с этим делом нужно как бы тоже разбираться. Ну, вот уже кое-что, да? Значит, теперь я выполнил миссию, что-то нашел, и я раз... И попадаю опять в Deadwood. Так, теперь нужно что еще? Нужно настроить, значит, паузу. Потом нужно сделать заставку для игры, где меню, потом, значит, пауза, выход из игры и так далее. Это будет, значит, в следующий раз. И больше времени потом нужно поиску информации, как сделать на врагов башка, да, вот это, чтобы он знал, куда бежать, как стрелять по персонажу, то бишь интеллект для врагов настроить как-то нужно. Ну, опять же, в ту сцену для врагов нужно сделать другой вот этот, как он называется, давайте посмотрим, навмеш, по которому будут бегать, ориентироваться враги. Ну и надо, чтобы там были какие-то ловушки, еще что-то, да? Ну вот пока вот такая штука. Все, всем пока, до свидания.